нового века. Я приведу вам банальный пример, банальный совершенно, недавно с этим столкнулся. Коробка-автомат на машине сломалась, мастер берется ремонтировать, он ее ремонтирует. Что-то сделал, что-то не сделал, она все равно дергается. В конце концов, обращаемся к другому мастеру. Тот убирает дерготню в машине, она теперь не дергается, коробка не пинается, но она теперь воет. Приходишь к первому мастеру и говоришь, а у тебя же не выло. А я знаю секрет. Приходишь, ну она, говорю, у тебя дергалась, но я не знаю почему. Приходишь к другому, говоришь, вот тот мастер, он знает, как этот вой убрать. А вы знаете, как убрать дерготню. Может, пообщаетесь? А зачем мне это надо? В результате страдают все. У меня претензии к первому рабочему, правильно? Возвращай мне деньги, раз коробка пинается. У меня претензии ко второму, потому что коробка воет. Они оба в депрессии, да? Потому что они не могут сделать коробку, но они не хотят общаться. Если бы один пришел к другому мастеру и сказал, да я тебе помогу, дергается, потому что вот тут фрикционы подтянуть, тут бы сделай, все, все, спасибо, давай, друг. Если что, обращайся. Да, тут бы сказал, да вот, отцентровать надо, центральный там этот шкив, и все, и не будет выйти. И я смотрю сейчас, как бы мир, он вот делится на два типа людей. Те, которые объединяются и пытаются сотрудничать, вот в виде вот это единство в разнообразии. Мы все разные, но у нас есть некое единство внутри. В том числе в целях и в потребностях. Есть люди, которые вместо чтобы объединяться, да, они начинают как можно больше разъединяться, ограничивая себя, да, и свои способности только тем, что я не буду здесь учиться. Этот не мой человек, чужой. Да, я не буду ездить на немецких машинах, потому что я немецкий. Я не буду пользоваться китайскими иглоукалываниями, потому что это китайский. И современный мир не сможет прогрессировать, если мы не будем как бы учиться принимать все лучшее, что дано в этом мире. Это очень важный аспект. Да? Есть вещи, которые реально лечатся аюрведической медициной, я и пользуюсь. Но есть вещи, которые, ну, вот хирургия, ну, она и хирургия, аллопатическая медицина, ну, хорошо, там есть хорошие наработки. И бывают ситуации, когда мне тот же аюрведический врач говорит, нет, не надо, сейчас вот это мы не сделаем. Иди к такому врачу. Нет, ну как же так? Я приверженец там индийской философии, только аюрведы меня лечить. Ну, глупость. Это невежество. Да, или кто-то скажет, это какая-то аюрведа, это какая-то там Индия, зачем мне это надо? Ну и пожалуйста. Ну и будет у тебя печень болеть всю оставшуюся жизнь. Потому что то, как они чистят организм, я не видел лучше. А то, что делает со мной человек, который 10 лет в Пекине проучился, вот эти иголки ставить, да, допустим, у меня была тяжелая операция, просто расслабил нервную систему за 20 минут. Просто поставил по всему позвоночнику иголку, и раз весь и расслабился, и боль ушла, без всяких анаболиков. Но почему не пользоваться? Ну не китаец я, и что из этого? И это все вступительное слово, и оно потом будет пересекаться с тем, о чем я хочу глобально вам рассказать. В свое время, это в 90-х годах, когда я еще занимался бизнесом, шел в бизнесе, много лет работал, я встретился с одним очень мудрым человеком, он мне сказал одну интересную вещь, что вот в этот век раздоров, Кали-Югу, такой железный век, в который мы живем, выживают только те, кто сотрудничает. И мы знаем в мире итальянская мафия, да, или диаспора, еврейские диаспоры, армянские диаспоры, они друг за друга, что? И они внутри, да, у них слабый бухгалтер, но он наш. А этого чего терпите? Да он сын моего друга. Научится. Они как бы объединяются. Они сотрудничают. И благодаря тому, что они сотрудничают, они способны выживать и конкурировать. Им нет равных. И даже если мы вспомним такой жуткий в Америке был Аль Капоне, они настолько сотрудничали между собой, а полиция как раз не сотрудничала. Они старались каждый отдельно его поймать. Понимаете, да? Удерживали факты, старались, чтобы получить потом славу.
А те все мафиози объединялись. И его не могли поймать. Пока его один определенный человек просто не сдал с потрохами, так как говорится. Да? Тот, кто у них отвечал, вот главный адвокат или защитник их там прав в суде, он их в конце концов, движимый вот этим совестью своей, что как можно убийц и всяких таких вот жутких людей поддерживать, он пришел и все про них рассказал. Он, конечно, погиб, они ему это не простили, но тем не менее. Но так просто их взять не могли, они слишком сотрудничали. Они ужимались ради сотрудничества. Они шли на какие-то компромиссы. Окей, мне это не очень удобно, но ради сотрудничества я на это пойду. И что такое ведическое знание, о котором я буду вам говорить? Это универсальное знание. Я сейчас его изучал целый год, каждый день по несколько часов. С какой точки зрения? Что вот эти ведические писания, они преследовали огромное количество целей. И одна из самых первых целей – дать людям помощь, вы сейчас поразитесь, не духовно, а помочь им функционировать на уровне просто тела и ума. У нас же есть психические проблемы, есть. Помогает, помогает. У нас есть биологические потребности в теле, да? И есть законы, которые, если мы не нарушаем, помогают нам идти дальше. Вы почему можете меня слышать? Во-первых, потому что уши слышат. Второе, потому что вы можете сидеть. Если сейчас у кого-то сильно будет болеть спина, он скажет, как интересно, может быть, я бы послушал, но спина болит, поэтому извините. Мне не до этого. Да? Поэтому мы не можем отрицать, что даже если мы хотим духовно развиваться и понять какие-то высшие сферы знания, какие-то простейшие вещи, относящиеся к уровню тела, должны быть решены. Если они у вас не решены, то, соответственно, шансов развивать свое сознание не будет. И в тот раз, когда я был в мае, я попросил у строителей фестиваля, чтобы мне дали тему семейных отношений. Заезженная банальная тема. Но почему я взял? Потому что на самом деле, вот в этот век железный, особенно за последние, может быть, уже 20-30 лет, это превратилось в катастрофу. В катастрофу. И теперь представьте, что общество, оно состоит социум из кирпичиков. Кирпичики – это семьи, это тоже маленькая семья, маленькое государство, правильно? Там тоже как бы все как в государстве, только на микроуровне. И теперь, если все эти кирпичики – труха, то нет базиса для социума. Не нужно опираться. И это сейчас принимает такую катастрофическую прям тенденцию на разрушение. И это не только в нашей стране, это повсеместно. Это катастрофа современного общества всего, в рамках всей планеты. И более того, если мы посмотрим опять ведические писания, то там интересно говорится, что вот эта форма существования, семья, это определенная форма существования, поддерживает другие формы существования. То есть, когда-то нам надо отойти от дел. Ну, когда-то. Вот это называется пенсионный возраст. И вот эти реформы. А на самом деле, если семейные отношения хорошие, если семья крепкая, нормально экономически развивается и духовно, они способны поддерживать своих стариков. Но если там бардак, если собственных детей не могут содержать, поддерживать, и, да, если муж или жена не могут взаимодействовать нормально, да, они не удовлетворены оба, куда еще стариков поддерживать? Дальше, если кто-то молодой человек вырос, там лет 15, надо себя искать. Сколько людей заканчивают институт и потом понимают, что это не их. А родители говорят, извини. Вот что теперь хочешь, то и делай. Мы тебя больше поддерживать не можем. И человек начинает заниматься не своим делом. А что происходит, когда человек занимается не своим делом? Он не удовлетворен. Может, он о чем-то, сядьте все на какую-нибудь кнопку. И я буду говорить о духовном знании, да? А эта кнопка будет постепенно давить вам на мягкое место. И она станет жесткой. Через 15 минут я скажу, что вы меня не слышите? Алло, я здесь. Скажите,
что-то там. Правильно? Поэтому человек работает, но он не удовлетворен. Ему сама работа не приносит удовлетворения. Потому что родители, они уже не могли его больше содержать. Они не могли давать еще эксперимент. Извини. В результате мы получаем целую плеяду выросших молодых людей, которые не удовлетворены, потому что они не нашли себя. Или они могут заниматься, допустим, искусством, как мне в свое время говорили. А на что ты жить будешь, если ты искусством будешь заниматься? В результате я все-таки ушел в музыку после мехмата. А мой друг, он басистом был, он пошел в финансовую академию, он закончил к тому времени. Так и остался в сфере бизнеса. У него на работе в шкафчике бас-гитара стояла. В конце концов он спился. И до сих пор пьет, а денег хватает. Понимаете? То есть он решил экономическую проблему. У него денег много. Его давно, конечно, выгнали с работы. Но он несчастный человек. Он не реализовался. Он говорит, я могу любую музыку слушать, кроме твоей. Понятно почему. Обидно, понимаешь ли. Началось с мамы. Началось с семьи. Где мама командовала и папой, и сыном, и сказала, мой сын будет банкиром. Все, тема закрыта. У него не было шанса. Понимаете, поэтому семья, она такая вот очень важная ячейка общества. И что такое знание? Знание само по себе – это информация. И сейчас я вам интересную вещь скажу. Это первое, на что мы сегодня обращаем уже серьезно наше внимание, что знание, сейчас поразитесь, но немножко просто подумайте, сначала вы не согласитесь, оно не несет вкуса. Поначалу, вот совершенно правильно. Просто знание, что в нем такого? Ничего. Но когда мы применяем это знание там, где нам нравится, появляется вкус. То есть нам нравится играть на музыкальном инструменте. Нам нравится играть. Нам не нравится изучать сольфеджи, гармонию. Зачем? Чего там интересно? Но когда мы обладаем этим знанием, мы слышим музыку по-другому, на другом уровне. Мы понимаем, что тот композитор думал, делал. Тогда нам это... Вау, я тоже это понимаю. Вау, я это чувствую. И это усиливает наш вкус. И так знание не дает вкус. Знание вкус усиливает. Есть люди, которые учатся ради того, чтобы учиться. Это ошибка. Они никогда не насытятся, как человек, который пьет дистиллированную воду. Там нет соли, нет деятельности, нет отношений. Знания есть, ничего нет. Ну, пойду еще поучусь. Что-то я тут ничего не понял. Правильно, ты так будешь всю жизнь учиться. Нужно отношения строить с помощью знаний. Поэтому... знание плюс реализация, применение. Поэтому, если я сейчас просто начну вам давать теорию, какая должна быть женщина, какая будет мужчина, какой должен быть, какие должны быть дети, что мы все сделаем? Я мирно, тихо буду говорить, а вы мирно будете сопеть. Потому что и что из этого? Мы тысячу раз слышали, что жена должна быть целомудренной, муж должен взять ответственность. Да? До 5 лет дети цари, после 5 слуги, потом друзья. Ага, все, спасибо, понятно, мой орет, я ему не дам больше орать. Если мой муж не зарабатывает, я пойду зарабатывать. А если жена себя так ведет, пусть найдет себе другого мужа. Вот, понимаете, да? То есть, как бы наслушались теорию, вот так вот, тю-тю, прочистили уши. И пошли жить, как жили. И это такой источник моего стресса. Я все время думаю о форме подачи знания так, чтобы наконец-таки оно начало все-таки преображаться в практику. В практику. От того, что бы я ни сказал, какие бы я мудрые вещи ни сказал, если мы не проверим это на себе, на практике, оно бессмысленно. Понятно, да? Поэтому... В любой момент, когда есть практический вопрос, то есть вот я что-то говорю, говорю, кто-то, вы к чему это? Вот такие вопросы приветствуются. Предполагается, что до тех пор, пока вы не задаете вопрос, вы понимаете, к чему я это говорю.
Если вы не понимаете, к чему я говорю, зачем это слушать? Спокойно задавайте вопрос. Я не понимаю, как это относится к моему счастью, к моей цели. Да? А какая у вас цель? А что вы подразумеваете под этим? Что вы хотите? И я покажу. Тогда оно работает. Интересно, я в свое время, это все про семью, начитался вот этой вот классической философии ведической, что в идеальных семьях отец, родители выбирают дочери жениха. Я из этого социума, из обычного, в обычной семье рожденной, да, я как-то пришел, думаю, ну это вообще безумие. Ну кто? Я вообще, мне родители не знали, с кем я общаюсь. У меня две дочери и сын. И, значит, когда первая дочь пришла, говорит, папа, надо серьезно поговорить. Я приведу молодого человека, посмотрю, он мне подходит. А жених второй говорит, она без вас вообще ничего решить не может. Я говорю, ну ты ж видишь, я к ней не пристаю. Я-то не Лена. Нет, она говорит, все, папа лучше знает. У нас с тобой нет опыта. Не понимаешь, почему я такая, иди к отцу. То есть дальше понятно, они живут сами, все как бы хорошо, решают свои проблемы сами, иногда приезжаю. Я для них просто доброжелатель и лучший друг. Да? Но до тех пор, пока дочь моя не вышла замуж, я несу за нее ответственность. И она говорит, папа, я еще не вышла замуж, это потом я уже должна предаться ситуации. А сейчас ты мне тут разрули, это вообще как все будет? И я не понимаю, что он делает. То есть я вдруг увидел, что если мы следуем определенным предписаниям Писаний, сами в своей жизни. Оно, знаете, как пазлы сходятся. Вдруг раз вот эти шестереночки зашли, они и тут зайдут. И все оно начинает, понимаете, как бы сходиться. Процесс работает. Да? Поэтому это такой вдохновляющий пример тому, что многие вещи, которые вам покажутся теоретическими и неосуществимыми, неосуществимы только по одному моменту. Потому что, чтобы они осуществились, нужно осуществить предварительные действия. Нужно получить определенные знания, предшествующие тому, что вы хотите получить. И в Писаниях есть интересная фраза, что если человек не следует указаниям Писаний, он не получает три вещи. Можете пометить себе. Если вы не согласовываете свою жизнь с Писаниями, мы объясним, что такое Писание, это уже вопрос вторичный. Сначала нужно что? Замотивироваться. Человек не достигает совершенства. Какого? Да какого хотите? Вот в чем все дело. А мне не нужно ваше совершенство. Но у вас есть свои системы ценностей. Вы хотите достигнуть их? Вы хотите быть совершенной в специальности, в женских качествах, к примеру, или быть хорошим выдающимся музыкантом, или певцом, или инженером, да ради бога, врачом. Да, я хочу не ошибаться в своей деятельности, и не хочу быть в иллюзии, и так далее, да? Я хочу быть нужным людям, я хочу в этом хотя бы совершенство. Разве это мало? Так вот, если мы не следуем указаниям, пренебрегаем даже указаниям, мы не достигаем первого совершенства. Мы не достигаем цели жизни. Какую бы вы ее ни поставили, вы сами ее не решите. И третье, самое важное, счастье. Сколько людей сходило с пути? Почему? Он говорит, да мы знаем, что надо так. Мы знаем, что в конце концов получилось бы, если бы. Но вот оно мне где. Так как в процессе, когда мы достигаем цели, если в этом положении мы несчастливы, не удовлетворены, мы сдаемся. Может быть, когда-то будет хорошо. Может быть, когда-то было хорошо. Ну вот сейчас я должен это делать, да? И что, просто терпеть? Сколько? Год, два, три, четыре. А где счастье-то? И люди ломаются. То есть получается, что идя к цели, мы должны находиться на определенном уровне удовлетворения, гармонии. Мы должны ощущать некое нарастающее счастье. А иначе с чего? Кто вообще гарантирует, что потом будет хорошо? Знаете, как в некоторых религиях говорится, сейчас плохо, а потом там в раю будет хорошо. И 90% людей говорят, ну, что-то мне бы сейчас хорошо. Да?
И вот Писание говорит, что как только человек начинает согласовывать свою деятельность с вот этими Писаниями, с духовным знанием, что происходит? Удовлетворение автоматически приходит. Дети автоматически приходят к отцу. Жена автоматически начинает уважать мужа. Да, то есть, как бы я вел очень и веду много семей. Сейчас меньше уже возраст, но прошло тысячи семейных пар. И если есть какие-то проблемы, они заключаются только в одном. В том, что несогласованные действия. И эти несогласованные действия, они, знаете как, что такое культура? Что такое культура? Ведь культуру прививают когда? Когда ребенок маленький. Почему? Потому что это старшие люди, ты должен встать, когда входит человек старше из-за стола. Понимает ребенок, почему надо встать? Может ребенок трехлетний или пятилетний спросить маму, я откуда появился? Что мама скажет? А вот Таис, ты видел большие птицы такие? Вот они принесли. Или вот папа в огороде раз под капустный лист. А ты сидишь такой классный. Почему? А что делать? Как вы ему пятилетнему объясните, откуда он? Поэтому культура – это свод правил и законов, это этикет, которым мы учим действовать, потом поймешь. Это некая форма, форма, страхующая человека от грубых нарушений, от несогласованности поведения. Да? Если человек, ребенок истерит, в школе кричит, учитель не уважает, как он получит знания? Он не получит. Ничего не получится. Но он не понимает, почему то, что он не уважает учителя, кричит, или он не уважает собственную мать, что определенные вещи будут закрыты. Если он не уважает стариков, то обязательно будет болеть потом. Ну, будет. Но он этого не понимает. Поэтому, пока он не понимает, ему дают что? Этикет. Видишь старшего, уступи место. Не перечь. Не обязательно это делать. Может быть, этот человек и не говорит не стопроцентную истину, ну, постарайся помягче. Увидь, что человек, давая тебе какое-то назидание или наставление, что? Это его бремя любви. Просто он хочет тебе помочь. Или, ну, не мешай ему, он не реализовался в молодости, не на своем месте работал, сострадай. Ему сейчас надо утвердиться, что он хоть что-то знает и представляет. Но это можно объяснить человеку уже с возрастом, да? А для этого, чтобы не причинять друг другу беспокойство, мы ведем себя определенным образом, эта культура. И что я заметил? Так как та культура, в которой мы росли, она атеистична, она построена по нарушению Писаний. Все наоборот. Что происходит? Нет удовлетворения, нет счастья, и жизнь не достигает цели. Такие полмира скептиков, полмира идиотов. Они на что-то надеются, хотя явно не достигнут. Видели таких? Явно. Ничего не получится. Ничего не получится. Но они надеются. Но так как ничего не согласовано, за этой надеждой ничего не стоит. Знаете, говорят, надо позитивно мыслить. Но позитив должен опираться на знания. Поэтому я говорю, что да, если ваши действия согласованы с определенным знанием духовным, вы будьте уверены, все получится. Но оно должно быть согласовано. Итак, для начала вспоминаем, если кто был на том моем практикуме в мае, что такое счастье. Да. Сейчас я напишу схематически это понятие. Сегодня у нас такая мотивирующая тема будет. Мы пройдемся по основным понятиям, чтобы вы как бы все-таки пришли завтра. Счастье. Равняется. Это состояние, правильно? Это состояние. Это определенное состояние сознания. Значит, состояние пишем. Плюс что? Удовлетворение. Сокращенно, удовлетворение. И плюс, вот где корень преткновения,
самодостаточность. И сейчас мы попытаемся, потому что интересно, иногда в аудитории бывают люди, говорят, я совсем не согласен с тем, что Михаил Юрьевич говорит. Ну так спросите, я для чего здесь? Да? И многие, как я понял, есть это разведка, радио, да, там. Говорю, ну что там? Нет, с этим никто не согласен, с третьим пунктом. Вообще, говорят, это что он придумал, космонавт какой-то. Как это можно быть самодостаточным? Но мы запишем пока. Самодостаточность, да? Само-дост. Смотрите, нам бывает хорошо. Но если это хорошо, состояние хорошего, постоянство, одинаково, то он становится нормой, а потом рутиной. Поэтому в этом удовлетворении нужно поставить стрелочку вверх. То есть вот это состояние, улучшение этого состояния все время должно динамически развиваться. Вы сейчас не исходите из своей практики, потому что 90% этого счастья не испытывало. Я это понимаю. Но представляете, вот эта русская сказка. Иди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Вот так, когда мы не понимаем, как сами ведические писания определяют счастье, мы его ищем, а мы не понимаем, что мы ищем. Мы ищем некое состояние. Теперь, если вы никогда не ели самый вкусный Наполеон, я больше всего люблю медовик и Наполеон, да? У меня есть одна знакомая подопечная женщина, которая делает такой Наполеон, что я ее говорю, никогда при мне его не делай. Да? Но один раз, когда я его попробовал, что происходит дальше, когда вы испытываете настоящий крутой вкус? Теперь вам попадается хлеб с маслом. Кусаете, и вам говорят, это Наполеон. Вы что говорите? Почему вы говорите нет? Потому что у вас есть опыт настоящего вкуса. Следовательно, если мы поймем или хотя бы когда-то вот это испытаем, что произойдет? Произойдет вектор. Мы туда будем тянуться. Мы будем пробовать что-то в жизни. Говорит, не, не так. Это не как было. И нам говорят, да ты дурак, ты чего? Нормально, классно. Скажем, не, я понимаю, хлеб с маслом неплох. А если этого не было? Но он говорит, ты что, дурак, себе выдумал? Нет такого Наполеона. Наполеон это был адмирал, генерал в армии французский. Какой торт? Это тебе приснилось? Вот хлеб с маслом и вот так белым сахаром посыпал. Вот это торт. Самый вкусный. Да, точно, да. Конечно. Что ты себе навыдумывал? Понятно? Почему люди не достигают этого состояния? Они не понимают, о чем речь. Они не нашли ни одного носителя этого состояния. Не надо груз так смотреть. Все в наших руках. Я вам открываю секреты. Что значит, я вам говорю, не нашли носителя? Так ищите. Понимаете? Не сами выдумывайте Наполеон, а идите к тому, кто его готовит. Придите и скажите, Михаил Юрьевич сказал, у вас лучший Наполеон, я вам могу адрес дать. Все понятно. Понятно? Итак, что, значит, удовлетворение мы ставим стрелочку вверх. Оно должно нарастать. Что такое самодостаточность? Это состояние, когда ничего извне нам не мешает быть удовлетворенными и довольными тем состоянием, которое мы испытываем. Запредельно. Но смотрите, посмотрим приближение. Мы голодные, у нас сосет желудок, мы хотим есть, начинаются эти беспокойствами. И в момент, когда мы поели, мы удовлетворены. И мы самодостаточны от еды. Согласны? Теперь мы голодные. Мы очень голодные. Но нам говорят, твоя любимая девушка приехала. Она приехала, у нее всего час, она дальше там... Понимаете, в этот момент мы что? Забываем про еду. Я иногда приезжаю откуда-нибудь, даже сейчас, хотя я уже на инструменте не занимаюсь, и вхожу, ну что там покушать-то? Они говорят, жди.
ты внезапно приехал. И сразу что? Не удовлетворился. А я беру инструменты, начинаю рагу играть. Рагу – это определенная музыка, передающая определенное настроение. Вхожу в это настроение, говорят, ты что, уже есть? Иди есть. А я переключился. Я самодостаточный. Я удовлетворен. То есть, так или иначе, каждый из вас на какой-то промежуток времени бывает самодостаточен. Значит, наша задача вот эту вещь сделать постоянно. Как мы это делаем? Маленькими шагами. Кто у нас самый достаточный в мире? Бог. Какое сознание, такое окружение. Чем ближе к Богу, тем мы более самодостаточны. Понятно, что это путь долгий, длинный, но мы хотя бы понимаем, куда идти. То есть, смотрите, как определяется тьма? Тьма определяется отсутствием света. Тьмы как таковой нет. Есть свет. И когда света нет, будет тьма. Правильно? Наполовину я закрыл от света, да, тень. Больше я закрыл на две трети пространства. Чем больше я закрываю, тем больше что? Тьма. Это то же самое, чем мы дальше от Бога, тем больше тьма, тем меньше самодостаточности. Да? Как определяется грех? Смотрите, я даю универсальные понятия, они относятся ни к какой религии. Как определяется то, что уводит от Бога? Потому что люди под грехом понимают конкретные действия. Но одно и то же действие иногда может уводить от Бога, а иногда нет. А одно и то же действие. Например, человек на начальном этапе, пока он не реализовался, ему говорят, помоги, что-то сделай. Человек что-то делает, и люди его хвалят. И это его что? Вдохновляет, понимаете? Он пойдет еще делать. О, люди мной довольны, мне медаль дали. Но в какой-то момент нужно отказаться от гордыни. Разве ты помог, а не Бог ли тебя научил? А ты ли руками шевелишь и понимаешь? Надо отказаться от этой славы. Не могу ты тут. Тогда не делай. А человек делает ради славы. И это уже грех. На определенном уровне одно и то же действие, оно что было бы? Оно вело его к Богу. Дало ему понять, что с помощью Бога он может потрясающие вещи делать. Если он владеет этим знанием. А в какой-то момент приписывает себе это знание, начинает помогать людям и приписывает себе плоды. Он что? Увеличивает что? Гордыню. Это уводит от Бога. Поэтому мы всегда должны понимать суть, а не форму. Как в основном люди подходят к другим? Он вот так сделал, это грешник. А откуда мы знаем почему? А каков был план? А при каких обстоятельствах? Никто не знает. Ради себя или ради других? А ради других что значит? Может, он славу хотел, а может быть, не хотел. И так далее. Поэтому, видите, то, что нас уводит от Бога, называется грехом. Почему? Потому что уходит самодостаточность. Когда уходит самодостаточность, чтобы быть удовлетворенными, что нам придется делать? Мы не самодостаточны. Что мы делаем? Эксплуатируем. Я сам не могу. Ты мне дай. Ты мне дай. А, не хочешь мне дать? А я тебе вот это дам. А я вот то дам. Начинаю манипулировать, начинаю придумывать. Есть один человек, он из западного мира, знаменитый экономист. Он дает огромные лекции на аудитории, там 10 тысяч человек. Его час стоит несколько, там, десятков тысяч долларов. Час его консультации. Мы к нему попали, и ему сказали, что я есть там и так далее. Он говорит, ну ладно, я бы хотел с ним пообщаться. Я пришел, пожал ему руку. Он англоговорящий человек. Я говорю, скажите, а каков процент людей, которые вас слушают, что они теперь достигнут успеха? Он посмотрел, говорит, ничего личного. Ноль. Я говорю, зачем мы идем лекции? Just business. Просто бизнес. Понимаете? То есть можно очень много красиво говорить, но если вы как бы не поймете вот эти принципы глобальные, и есть такое еще понятие удачи.
Да? Сколько угодно можно давать теории, да? Если человек не может понять, как ее применить, она бесполезна. Значит, что с ним происходит? У него вот это нет. Он занял место Бога. И вещает тут какие-то законы, как с его точки зрения кажется круто. Он что нашел? Как себя удовлетворять? За счет кого? Это эксплуатация. Теперь отсюда какой вывод? Что когда мы не удовлетворены, когда не... Вот так, правильно? Если мы удовлетворены, самодостаточность. Если не самодостаточны, мы не сможем быть удовлетворенными. Нам придется эксплуатировать. Ну, думаем, если мы не самодостаточность, мне где-то надо взять для своего удовлетворения. Где? Извне. А почему мне должны дать? А я им тоже что-нибудь дам. И что происходит? Я тебе столько дал, а ты мне столько, я больше дал. Ах так, я тебе запомню. Применяйте в семье. Как жена выносит мозги мужу. Поехали. Я столько делаю. Ты посмотри, ты лежишь на своем диване, ноги задрал. Ты бы сделал, сколько я. Знаете эту мантру, женщина? Может быть, посчитаем, кто сколько делает? Да? А мужчина? Ты попробуй, поработай. Ты попробуй то, да? И так далее. Все. Что они делают? Они говорят, ты мне должна. Он говорит, нет, ты мне должна. Почему? Потому что чего нет? А что такое самодостаточность? Бог. К святому вы придете. Я шел по Парикраму, ну это как бы по святым местам. Не знаю, это слово понятно, непонятно. Ну, путешествие по святым местам по-русски. Значит, вот как сейчас, ночью плюс 7, плюс 8. Раннее утро. Мы все закутанные в свитерах. Еще такой чедар, знаете, как одеяло на себя набросил. Сидит старик, повторяет там мантру, сидит себе, медитирует там. Я на него посмотрел, думаю, блин, ему лет 75. Это было лет 15 назад. Но это для меня был такой шок. Он сидит на земле. То есть я в шерстяных носках, и еще на них одел такие резиновые штуки, чтобы они не мокли. Думаю, надо служить святым людям. Снимаю с себя этот чадр, смотрю, чтобы все видели. Да, подхожу, в голове представил, красиво надеваю на него чадр. Я говорю, там ему. Он так глаза поднимает, смотрит на меня. Иди, говорит, сюда, бедный ты мой, бедный. То есть он увидел мое сознание, увидел мой низкий уровень, ему так жалко меня стало, что у него слез пошли. Бедный, ничего, ничего. Спасибо, забери мне не нож. Возьми. Спасибо, бедный ты, бедный. Ничего, скажи. Он говорит, продолжай, у тебя все получится. Он самодостаточен. Поэтому что у него? Даже в этой ситуации, в тяжелой холоде, у него хватило любви на меня. Понимаете? Он не просто сказал, не надо, спасибо. Он увидел меня, он способен видеть меня. Почему? Потому что ничто его не отвлекает. Ничто не мешает его любви. Запредельный уровень? Запредельный. Но я хотя бы знаю, куда идти. Понятно, о чем я говорил? Чтобы нам не соглашаться на кусок хлеба с маслом, нам нужно найти самодостаточную личность. Хотя бы раз в жизни, хотя бы почувствовать, что такое вот это счастье. И со мной были люди, я таких людей, ну, кто вот обладает этими качествами, этим состоянием счастья, и я возил группы, и один парень, он тоже из шоу-бизнеса был, но молодой. Я-то уже дорабатывал, а он только туда пришел. И те у него проекты, и то. Я говорю, давай я тебя свожу, чтобы ты понял, в конце концов, что то счастье, которое ты ищешь, оно не придет тебе в самодостаточность. Ты реализовывайся, это хорошо, ты должен найти себя творчески, все, и обеспечить свою семью. Вопросов нет. Но если ты не будешь самодостаточным, в конце концов, не будешь черпать счастье внутри, что? Начнешь эксплуатировать.
О чем вы говорите? Я не понимаю. Я ему привожу. Тоже в один храм, тоже холодно, только еще проливной дождь. Когда дождь и холодно, это, по-моему, самый большой ад. Да? И тот святой человек, когда меня увидел, так как я с ним много был лет знаком, он встал, побежал просто как ребенок. И он стоит в луже, из нее пар идет. Мы дрожим, вот так вот. Он не дрожит, он меня обнимает, понимаете? Снимает с себя, что есть, на меня одевает. Этот парень стоял и так вот 2 дня и ходил. Я ему говорю: ты что, Коля, очнись, что с тобой? Он говорит: он абсолютно счастлив. Вы видели? Он мне говорит: ты абсолютно счастливый человек. Я говорю: так у него, от него просто такое, говорит, идет. А как он так? У него же ничего нет. Как же, говорю, у него ничего нет. У него Бог в сердце. У него Бог. Он с ним общается. Он все получает, все, что нужно. Не, ну как так? Ну совсем. Не, ну он совсем. И вот его 2 дня клинило. Да? Он продолжает заниматься шоу-бизнесом, делает свои проекты. Но мне звонит, все говорит: не бросайте меня, не бросайте, не бросайте. Это все что? Не Наполеон. Понимаете? И теперь, когда он где-то кем-то манипулирует что-то, он мне звонит, говорит: грешен я, опять людей использовал. Все время вижу, что это подтверждается. А вот тут не получалось, стал за человека молиться, стал за него просить, ему помог, и как-то все срослось. И такое, говорит, счастье намного выше, чем если бы я эксплуатнул. Но почему у него есть эта тенденция? Почему? Потому что он видел, что такое настоящее счастье. Понятно. Следующее понятие. Гармония. Да, тоже мы об этом говорили. Состояние сходится, да? Тоже состояние, гармония. Это некое состояние. Да. 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 Отличный вопрос. Да, да, я понял. Самодостаточно означает, что отношения с Богом, они вам не видны. Они вам не видны. Они изнутри. То есть, когда я завишу от кого-то из вас, все это видят. Да, то есть человек там не может идти, раз оперся на костыль, на другого человека, вот видно, это он зависит от этого человека. Когда мы зависим от Бога, Бог настолько могуществен, что он может помогать одновременно каждому, и от него не убудет. Вообще не убудет ни на грамм. Поэтому эта зависимость, она естественная, так как мы все души и созданы для общения и вступление в отношения с Богом. Это наше естественное положение. Понимаете? Естественное положение. Как сравнивается рыба в воде. Рыба в воде в каком-то смысле самодостаточна. Тем, что она живет в естественной среде обитания. Мы здесь не можем быть самодостаточны, потому что это неестественно для души жить в отрыве от Бога. Нам все время мало будет. Теперь, любовь к жене и привязанность к жене, я хотел это как отдельную лекцию дать, это немножко разные вещи. Смотрите, что такое любовь? Вот я, не я, я говорю, философию, да, удовлетворен, у меня всего хватает, могу я поделиться? У меня 5 кусков торта, я могу отдать половинку одного? Легко. Ну, легко, согласитесь. Ну, может, кому-то трудно, но я точно половинку из 5 кусков, а 1 отдам. Это я легко, это я гарантирую. Потому что, ну, 2 я в день съем, на 2-й день это 4, а на 3-й день уже он не свежий будет. Поэтому все равно пропадет, а тогда, глядишь, потом придешь и скажешь: я же тебе, помнишь, кусочек давал. Поэтому, когда человек самодостаточен, он полон, он наполнен Богом. Сравнение такое дается, что колодец может удовлетворить одну нужду – пить.
или стирать, или помыться. Но все не может. Если вы стираете там, вы не можете пить. Если моетесь, то есть уже что стирать, вода грязная, и тем более пить не можете. Но река удовлетворяет потребности всех трех функций. Да? Поэтому если колодец, это Ишипанишады, есть знаменитые такие панишады, говорится о том, что если колодец подключен к океану, то есть, ну, к Богу, он никогда не пересохнет, и он даст и удовлетворит нужды всех. То есть, чем человек больше, большим каналом подключен к Богу, тем он более самодостаточен в том плане, что сколько из него не бери, он не опустошится. Он не будет считать, сколько у него кусков осталось. У него всегда будет. Первый момент, когда я пожертвовал свою единственную машину в храм. И интересным аспект был, что я искренне пожертвовал, потому что как-то очень был вдохновлен этим знанием, и всем так был вдохновлен. Думаю, да заработаю я. А там нужна была машина. Я говорю, да. Ну, еще красивый жест, хочется выглядеть, понятно. Деньги пришли через 3 дня. Просто пришли. Я занимался продажей аппаратуры, пришел заказ, и как бы это... Тогда все через Москву делалось. Тогда интернета не было, 90-е годы начало. Все шло через определенных людей. В Москве люди, кто продавал аппаратуру, это была мафия. Я в нее входил. То есть это все, все известно, где покупать, и никто не сдавал контакты. То есть звонит человек, откуда-то из Дальнего Востока, говорит, нужен такой-то синтезатор, нужен такие-то там усилители. Говорим, конечно, называем цифру, деньги, его устраивает. Прибыль составляла ровно столько, сколько я за машину отдал. Я ничего не накручивал, ничего не придумывал. Вот, ну, мне сделали там скидку, а этот купил по полной. И я пришел тогда и подумал, Господи, а можно вообще Богу что-либо дать, чтобы он не вернул? И мне тогда человек, который меня духовно вел, он мне говорит, понимаешь, для этого он должен тебе доверять. Бог тебе должен доверять. А пока он думает, может, ты корыстно, на всякий случай вернул должок. Но в любом случае, я же не умер, живя всю эту жизнь. Мы все живые, но всех поддерживает Бог. Но одних он поддерживает напрямую и говорит, это я тебе дал. А другим говорит, ну ты мне завидуешь, что у меня все есть, я тебе ничего не дам. Это Вася на работе дал, это Петя с расслойством. Я знаю так с детьми. Дети, когда с родителями в плохих отношениях, мне отец одного сына дал денег, говорит, ты как-то дай ему, пусть он там что-то сделает, от меня денег не возьмет, мы с ним там. Ну ты ему дай, там, пусть он тебе там что-нибудь закрутит, пару винтиков, а то что-то у него там. И он пришел, этот сын к отцу, говорит, вон, Михаил мне даже дал денег, не то что ты. Вот, поэтому что происходит? Когда мы по-настоящему удовлетворены, мы можем любить. Тогда мы любим. Ну не, нет эмоций у этой бедной жены моей. Там, ну, пожалуйста, возьми, иди сюда, я тебя обню. Мне не жалко у меня вот этого. Потому что у меня есть источник. Поэтому я могу спокойно любить. А когда на работе плохо, когда я не самодостаточен, и мне еще пришел домой, да, вынесли мозги. Закрой дверь. Уйди отсюда. Мне и так тяжело, правильно? Ах так! Ах так! Ты бы с моё подел, и понеслось. Поэтому привязанность по писаниям переводится как зависимость. Зависимость от кого? От того, кто не полон. Зависимость от того, кто полон. От Бога. Ну, полон, понимаете, в смысле вся, все и вся и везде. Нормальная зависимость. Если из полного взять полное, останется полное. Есть такая мантра знаменитая. Ом пурнам адах, пурнам идам, пурнат пурнат удачате. Если мы берем из полного полное, из миллиона берем миллион, останется миллион. Потому что это Бог. Это такая непостижимая природа. Поэтому, если мы зависим от кого-то, и тот, от кого мы зависим, не самодостаточен, он говорит, не могу я тебе больше дать. А я привязан, мне нужно. Я сделал из этого объекта источник своего счастья. Единственный источник. Не инструмент счастья. Очень важный момент.
Любые отношения с каждым из вас – это что? Инструмент счастья. Я сейчас счастлив, общаюсь с вами. Но вы не источник моего счастья. Вы инструменты. Но когда человек покупает хорошие пассатижи, да, отлично там что-то скручивает ими, говорит, вот эта вещь. Нормально? Теперь скажите мне, хорошие пассатижи могут надоесть? Нет. Почему надоедает жена или муж? Потому что не инструменты счастья, а счастье. Она не полна, он не полон. Мы вместе живем для чего? Чтобы друг другу помогать быть счастливыми. Мы инструменты, инструменты не надоедают. А если ты единственный объект моего счастья, ты попала. Все. И поэтому через какой-то момент смотришь, а где тут счастье-то? Ты мне надоела, потому что ты источник моего счастья. А если ты инструмент моего счастья, все защищены. Жена, которая является просто помощником мужу в его счастье, а муж является помощником жены в счастье, надоедят друг другу. Почему? У меня классные пассатижи, они отлично работают, ну и хорошо. Я их беречь буду. Что тут, надо смазать тебя? Смажем. Я хранить их буду аккуратненько. Это же хороший инструмент. Теперь смотрите, что в этом мире произошло. Я вам делаю вывод. Что сейчас делают? Людей эксплуатируют, а вещи что? Делают культ. Все с ног на голову. Поэтому смотрите сейчас, что происходит. Почему нет хороших машин? Потому что люди говорят, дайте новую, новую и новую. Почему? Потому что это источник моего счастья. Не человек, не отношения, а машина. Господи, эти конструкторы говорят, а что же нам придумать-то? Хорошая машина нами была изобретена уже 20 лет назад. И в принципе ничего менять не надо. Телеги на них ездили. И не сидел какой-нибудь человек над телегой, да, и не говорил, Господи, ну дайте мне новую телегу, нормальную, ну какое-нибудь модное колесо, что ли, приделайте. Да они ездили функционально. Главное, с кем на телеге едешь. Понятно, что должен смазан подшипник, там, колесо нормальное, правильно? Но моделей телег было там 5. А сейчас мир сошел с ума, понимаете? Когда у нас нет счастья, мы говорим, вот такой пиджачок, а теперь такой, вот теперь я более счастлив в этом пиджачке. Поэтому, когда жена – источник счастья, именно единственный, я не говорю, что жена не должна быть, ну, правильно меня понимаете? Единственное, что вы попали, попала жена, все. Мужчина, если на нем полностью сконцентрирован, как мужчина любит, что жена видит в нем все. О, первый год. А дальше что? Вынос мозга, это называется мужчина. Все, потому что она в нем видит все. А он какой? Он колодец. Вот это может дать, а это не может. И он напрягается, он привязан, он старается, а все не получается и не получится. Она инструмент, он инструмент. Но инструмент не надоест. Микрофон. Дайте мне новый. А зачем? Вам меня слышно? Зачем мне новый микрофон? Когда износится, ну, если кто-то умер, но это другой момент. Да? Ничто не вечно. Но идея, понятно? Поэтому, если мы развиваем отношения с людьми, то мы что? Берем инструменты, микрофон. Это инструмент для развития отношений с вами. Поэтому, когда я в студийной деятельности был, есть такие звукорежиссеры, они не аранжировками наслаждения получали, не отношением с клиентами, а сменой аппаратуры. Они приходили, говорят, а что это у тебя за предусилитель микрофоны? Мы сейчас новая модель вышла. Я говорю, и что? Ну и вышла новая. Ты что, ты отстал, парень? Я говорю, да я отстану еще лет на 20. Зачем мне это, если этот предусилитель свою функцию выполняет? На кой ляд мне его менять? Да к тебе кто не придет? Ко мне никто не придет, да? Дай чайку попьешь, человек, он у меня тут жить будет. Просто потому что отношения. Понимаете? Вот приходит человек, мне не нравится песня, я сразу тумбочку открываю, аванс доставал и клал. А зачем, говорит, вы достали? Я говорю, если что, сейчас... Говорили спокойно, что если вам вы пришли для того, чтобы забрать аванс, он у вас уже в руках. И обсуждаем спокойно. Чтобы, знаете, человек думает, мне не нравится песня, не встал в стойку, ему сейчас деньги. Вернем деньги, на.
Ой, да не, ну что вы, я сейчас не про это, просто вот тут бы сделал. А, ну нормально, да? Все хорошо? Но человек доволен. Человек остался доволен, он придет в другой раз. Вот мужчины меня поймут, но почему сервисы машины меняют? Да потому что нет одного нормального сервиса, где просто тебе нормально сделают. Все, дайте такой сервис, и никто не будет менять. Никто не будет ни у кого. То же самое, нормальный муж, если все нормально, согласованно с Писаниями происходит, никто не хочет разводиться. Никому это не надо, ни женщинам, ни мужчинам. Но что-то ничего не получается. Итак, гармония. Я ответил хоть как-то. Это состояние, удовлетворение есть, называем его баланс. Немножко другим словом. Почему баланс? Потому что за счет, чем отличается удовлетворение от баланса? Ну вот микрофон хорошо звучит, но он мне давит на ухо. Ну это гармонично. Он не настолько давит, чтобы я не мог говорить, да? И в то же время хороший звук, что я могу терпеть, что он давит. А вот если бы он еще давит, и еще и звука нет, ему. Да? Или супер сидит на ухе, только звука нет. Понятно, да? Или так давит, что нет сил говорить, хотя звук хороший. Вот это я вам негармоничные ситуации объясняю. Итак, гармония. Теперь пишем себе очень важный момент. Это достижимо легко. Вот это легко достижимо, и с этого мы начинаем. Пожалуйста, пометьте себе. Сейчас я объясню, почему. Достигнуть счастья – это дорогое удовольствие. Я не говорю чувственно, наелся там, выпил и забылся. Это легко. Но будут последствия. А вот добиться гармонии, не зря мы говорим благости, фестиваль благости, мы можем довольно легкими средствами. Но с этой платформы легче стартануть. Сейчас объясню почему. Что такое? Есть одна побочная польза от гармонии. Вы способны терпеть проблемы. Сейчас сбился компьютер и вижу. Способность терпеть проблемы. Пометьте себе, гармония ведет к способности терпеть проблемы. Смотрите, ну, микрофон нормальный, более-менее одет, вроде не все болит, там немножко побаливает шею. Ну, да, и сейчас что-то кто-то навалится, ну, выдержу я. Я более-менее сбалансирован сейчас. А теперь у меня грипп, к примеру, да, что еще? Мигрень, да, и очень жарко, а я в зимних ботинках. Еще кто-то в зале тупит. Выдержите вы? Нет. Вот что такое гармония. Следовательно, каков критерий гармонии? Подходим к человеку, пум его. Ла-ла-ла, в ответ, все понятно. Да нет, это вот просто случайно. Да нет, все понятно. Нет гармонии. Когда мы приходим к состоянию, что любая весть нас выбешивает, просто выбешивает, нет гармонии. Нам кажется, мы в балансе, если нас не трогают. Так вот, Писание говорят, что гармония – это такое состояние баланса, которое имеет некий запас, который нам необходим. Есть вещи, которые надо перетерпеть. Ну, операция. Тот хирург, который мной занимается, он говорит, сейчас не можем делать, вы не в балансе. Сейчас следующая операция во вред организму. Ждем. Почему он мне это говорит? Ждем, когда организм уравновесится. А я понимаю, что он имеет в виду. Он имеет в виду эту гармонию. Вы приходите домой и видите, что жене вынесли. Я сразу даю вам практический пример. Дети вынесли мозг. И вот когда заходишь, да, вот она утром все убрала, пока не спали. Пришел на обед. Вот так все. Знаете, вот так все. И сейчас ее еще грызануть, чтобы в холодильнике что-то протухло. Все. Вот этот кубик, который там был, в тебя же полетит.
Понимаете? Или муж пришел, опущенный, начальник наехал, там эксплуатнули, тут зарплату не выдали, понимаете? Машина сломалась, за ремонт деньги не вернули, да? И она приходит, ты знаешь, что у нас с детьми? Я собираюсь с тобой серьезно поговорить. Ну где голова-то? Он что сейчас, гармоничен, уравновешен? Помните, как в русской сказке? Сначала что? Баньку истопи, накорми. Ну, это культура, просто культура. Когда мозгов нет, пользуйтесь культурой. А что, я серьезно говорю? Она же для этого-то и создана, культура, что когда человека правильно воспитывали, ему говорят, грузи в такое-то время суток, в такое не грузи. Хорошо оденься, облокотись на него, погладь его по голове, поцелуй в шейку, да? А теперь грузи. Он готов. Сбалансируй, уравновесь, успокой. Потому что я это помню. Входишь в квартиру, а у меня хулиганы дети были нереальные. Да? И она на меня просто смотрит убитыми глазами. А я убитый, я откуда-то приехал, мне там тоже все повыносили, да, что только можно. Она говорит, давай что-то кого-то съедим, давай. Нет ничего. Все есть. Все там есть и уже разогрето. Но вот ей надо было, чтобы я как бы отстрадал. Нет, ничего, так, еще и голодным будешь. Скорее, гитаре, знаете, играть. Она говорит, что ты дурак, да все есть. Ну просто, чтобы ты понял, как мне трудно. Итак, это то, к чему мы должны стремиться, к балансу. Поэтому это цель, это средство. Баланс. И интересно есть в Бхагавад-гите интересное слово. Там говорится, тот, кто не уравновешен в сне, отдыхе, еде, никогда не достигнет состояния счастья. То есть тот, кто не достиг гармонии, никогда не будет счастливым. В гармонию входит, что я занимаюсь своим делом? Входит. Вы представляете, как теперь важно те будущие наши дети, которым мы поможем, как родители, найти свое дело. Если человек занимается не своим делом, его с гармонией будет выбивать каждый день. Работа, рутина. Если женщина, у меня был еще один приятель в шоу-бизнесе, у него жена, не дети, а жена создавала такой бардак дома, что просто в гости нельзя приходить. То есть вот, ну, есть такие люди, это ее природа. То есть она идет, что-то уронила, так тут будет лежать неделю. Но она в другом, она ему помогала в шоу-бизнес, как его администратор. Во, вот она могла. И он говорит, я ее убью. Я говорю, не надо ее убивать, потому что порядка не будет. Она и лежать будет, как, ну, даже если ты ее убьешь, она вот обязательно ляжет так, что тебе ты будешь спотыкаться. Я говорю, поэтому делаем просто. Давай ее сбалансируем. И ей дали бизнес. Вот бери деньги, езжай в Италию, делай свой магазин. Все. А на эти деньги взяли нянечку, которая убирала квартиру. Дома порядок, жена удовлетворена, все счастливы. Он говорит, как ты просто все решил? А что тут решать? Это не ее природа. Она не могла быть гармонизована. Заставлять ее сидеть дома, когда она ему как соратник в шоу-бизнесе, это вот... Понимаете, выводить ее из гармоничного состояния, понимаете? Она все равно думает о бизнесе, поэтому у нее вот такая свалка кастрюль, знаете, какая? Вот полный бардак, полный просто. Теперь она сама приходит, дома все убрано, все хорошо, с нянечкой поговорила, а она же умная, она же из администратора, быстро нашла хорошую кухарочку, того нашла, все дома хорошо. То же самое, да, мы должны хорошо понимать природу друг друга, партнера. И стараться его сбалансировать, а не прогибать под себя. Мы постоянно друг друга прогибаем под свою систему ценностей, под свое представление гармонии. Поэтому вот здесь, я думаю, лекцию мы грохнем одну. Ну, не грохнем, а как бы поговорим очень серьезно, как нам балансироваться. Потому что дальше не пройдем. Я не говорю о чувственном счастье там, куда-то уединились на полчасика. Не-не, это не спасет. Это не спасает. Это на какое-то время оттягивает проблема. Да?
Но если мы не будем поддерживать баланс и определенное состояние вот этого ощущения гармонии, у меня все хорошо. Ну да, она могла бы быть и получше. Но видите, которые получше тогда, вот эти бы проблемы были. Как мне одна женщина приходит, говорит, я говорю, все, третий брак, сплошные разводы. Я говорю, хорошо, все, садимся, поехали. Пиши свою мечту. И она берет, есть три категории мужчин. Короли, друзья и сыновья. Короли, друзья и сыновья. Понимаете, король это человек, который берет ответственность, все, семью обеспечивает. Такой король, царь. Что надо моей королеве? На. То, но она должна быть кем? Королевой. Там не прокатит нянечка. Да, это да, все. Или друг. У меня проблемы, у тебя, пошли вместе, мы соратники, мы решим. Ты что на тебя одет такое? Ну, потому что они друзья. Поэтому он ей как друг говорит, ты как кувырла какая-то, что вообще на кого похоже? Ну да, стоп, вы же друзья. Король королеве не скажет. Король скажет, иди купи что-нибудь приличное еще. А сын? А сыну все пофигу. Лишь бы жена накормила, на работу сходила, да? Ну, такие есть, знаете, мужчины, их сейчас очень много. Я их еще космонавтами называю. У меня такой, все у него хорошо. Ты будешь работать? Да. Он будет работать. Когда-то, в космосе. А сейчас пока дома, ну, нет работы, да? Ночью ты не убрал ничего. Ну, вот, ну, и сейчас. Не грузи. Космонавт. Вот она мне, значит, садится и начинает. Сначала она мне расписала, говорит, хочу такие-то качества. Я говорю, о, про себя думаю. И это король. Короля хочет. Уже собираюсь ей сказать, ну как же ты короля хочешь, ты явно не принцесса. Да? Ну ладно, молчу. Тут она мне говорит, но при этом, чтобы с моим мнением всегда считался, и мы вместе все делали. Так, это друг. И вообще, если я захочу куда-то поехать, чтобы меня не трогал, это сын. Понятно, почему она одна? Я вам дал секрет. Если вы одни, значит, образ мужчины, который вы создаете, не существует в природе. Не существует. Или король, или друг. Понимаете? А взять короля лучшее? Нет. Если вы берете лучшее от короля, вы должны взять и худшее от короля. У короля есть положительные качества, но есть какое-то функции, какое-то вида жизни. Понимаете, есть и отрицательные качества. Он не будет гвозди вбивать. Он не будет полки вешать. Не будет. Он король. Он даст денег. Если вы ему скажете, ты ни хрена не делаешь, все решаешь своими деньгами. Ой, королю не надо это говорить. Можно в тюрьму попасть из принцессы. Понимаете? Потому что он для этого и зарабатывает деньги, чтобы полки не вешать. Понимаете? Но если это друг, и он сам закрутит полку, он на то и друг, еще скажет тебе подержать молоток, и он с тобой пойдет, скажет, пошли со мной, сейчас полку будем прибивать. Он друг, ему все надо делать с женой, в магазин с женой ехать, понимаете? Все с женой. Он приносит первое, кого он видит, жену, и сразу ей все проблемы на работе слил. Он друг. Но и она может ему все сказать, и он стерпит. То есть есть плюсы, есть минусы. Поэтому, когда мы делаем этот собирательный образ, отсюда что происходит? Отсюда означает, что когда-то нам не объяснили вот эти вещи, которые я вам объясняю. Это когда это в школе должно было быть объяснено, да? Типы мужчин и типы женщин. А дальше мы будем завтра, и вы уже записываете домашнее задание, завтра мы пишем качество мужчин и качество женщин. Вот исходя из этих трех категорий. Король, друг и сын. И вы увидите, как вам это будет трудно. Вот мы прямо пишем. Так, король, какие это качества должны быть у мужчин? Королева, какие качества? И вы увидите, как... И дальше вы начнете видеть, что на самом деле в своей семье вы тоже это путаете. А психотипы есть, никуда вы не денетесь. Все же это знают, что самое интересное. Есть мужчины, друзья, ничего не делайте с ними. Никогда не будет королем. Отсюда не будет гармонии, если вы берете человека, который по природе настроен на дружбу в семье, а вы его все в короли, а при этом вы сами подруга, а не королева. Все развалится. Почему? О каком счастье говорить? Гармонии не будет. Поэтому вот на этом уровне, на уровне гармонии, что нам помогают гороскопы? Они же не для этого.
Они не для этого, они вот для этого. А если человек высокодуховный, нужен ему гороскоп? Нет, он к любой женщине приспособится. Если он на высоком духовном уровне. Потому что он самодостаточен. От него сколько ни бери, у него достаточно. Ну, где такие мужчины, правильно? Ну, и где такие женщины, которые смогут терпеть без конца? Когда они подключены к Богу, они могут терпеть. Знаете, есть знаменитая история одной женщины, царевны, она поклонялась Кришне, а попала в мусульманскую семью. И муж ей сказал: ты теперь мусульманка, ты должна теперь служить Аллаху. И она терпела, она говорит: тогда убей меня. Но я как бы... Она все ему исполняла, все делала, как он хотел. Но веру свою не трогала. И в конце концов, там очень длинная история, муж ее в ранге святых записал. Потому что она, да, она умудрялась все для него делать, как он хотел. Ее невозможно... Ее и отравляли, и что не делал. Она никогда ни одной агрессии не... Ну, это святая женщина. Мы бы давно ночью бы отомстили, правильно? Ничего не сделаем, да? И мы должны понимать свой уровень. Понимать свой уровень. Поэтому вот когда дети не составляют гороскопы, когда познакомились на сексуальном принципе, сошлись и кажется, вот теперь все, я без нее жить не могу. Нет, это очень быстро все заканчивается. И именно поэтому и заканчивается, потому что сама цель-то была наслаждаться. А наслаждение любое привыкается, потому что там чего нет? Нарастающего удовлетворения, там понижающее удовлетворение. Нарастающее внимание, все свежесть постепенно уходит. Поэтому эти браки обречены, так как сейчас все построено на что? На чувственном удовольствии. Что происходит? Присыщение. Хорошо, теперь что такое простое слово, которым все пользуются, да банальщина? Любовь. Я его тоже давал определение, давайте вспомним. Сейчас мы всю цепочечку эту замкнем. Любовь. Это глагол или это существительное? Глагол. Нет, это глагол. Это деятельность. Делать что-то для кого-то. Ну, то есть это может быть, естественно, это может быть существительное, но это деятельность. Плюс что? Ну, хоть кто-то один. Все хотят любви. Напрягайтесь. Деятельность плюс что? Нет. Правильно. Как это? Эмоция. Положительная эмоция. Позитивная эмоция. То есть, если я что-то делал, что тебе надо? Борщ хочу. На. Любовь? Определитесь. Да ты с какой рожей ты подал? Вот и все. Да? Поэтому есть отличие, да? В чем? Деятельность, она везде. На работе есть повар. Но для него это профессиональная деятельность. А что такое любовь? Эмоция. Позитивная. Позитивная эмоция. Да? Я напишу, чтобы сокращенно эмоция, а вы слово позитивное добавьте. Куда? Объект любви. Направлено это все, да? Деятельность плюс эмоция на объект любви. Не на гармонию, на объект любви. Вот это далеко не все понимают. Хорошо, я сделаю как тебе, но мне будет плохо. Но это любовь. Нет, я сделаю вот так, тогда и тебе будет хорошо, и мне. Тогда это бухгалтерия. Опять мы выходим в топовые моменты, да? То есть как бы как и счастье, оно там высоко, и мы где-то тут ниже, правильно? Мы где-то на уровне гармонии. И также любовь. Эталон любви – это деятельность бескорыстная. Бескорыстная. Позитивная деятельность направлена на объект любви. Бескорыстная. Теперь скажите, как можно ли ее достичь? На уровне гармонии можно. Но тут идея какая? Что... Очень важный вывод практически мы делаем, я его записываю, потому что опять, ну и что теория, а вот вам практика. Права и обязанности. Права, обязанности.
Как образуются права у людей? Откуда они берутся? Откуда у меня появится право поесть вкусно? Когда жена что? Выполнит эту обязанность. Когда мы будем защищены полицией? Когда полицейские начнут выполнять свои обязанности. А налоговики свои, просто обязанности. А не выдумывать чего-то, чего нет, чтобы что? Нас эксплуатировать. Откуда бардак в обществе? О чем все думают? Конечно, все. Почему даже при Сталине, при таком деспоте адском, был порядок? Потому что права ставились, то есть обязанности ставили во главу угла. То есть я смотрю по воспитанию своей матери, для нее обязанность – это закон. Она могла со мной поругаться, но она все равно готовила обед. Она могла поругаться с отцом, но она все равно уберет квартиру, приготовит. Она не могла не делать свои обязанности, не могла. Это было заложено. Поэтому экономика развилась. То есть все учителя выполняют обязанности, детей приучают выполнять обязанности. Ну, ты не можешь в этой семье, отец приходил, говорит, в нашей семье так не делается, он мне говорил. Взял вот это и убрал. Это твоя обязанность. А сейчас все качают права. Почему все начали качать права? Да никто не выполняет обязанности. Вы приходите к мастеру, отдаете ремонт машины, он говорит, ну не получилось. Ну не получилось. Так же деньги давать? Нет, деньги не дам. Да, я же смотрел, я же старался. Вот и все. Вы приходите к парикмахеру, вы приходите куда угодно. Приходите в магазин, покупаете вещи. Я за 2 года, все новые вещи у меня были с браком. Ну это просто, это же просто сейчас кошмар. И никто не несет ответственности. То есть вот исчезло что в обществе. О чем спорят в семье? О правах. Господи. Вот это вот банальная история. Все следят за другими, кроме себя. Общество превратилось в общество мух. Мухи на что летят? А пчелы? На мед. Вот она разница. То есть все выискивают друг в друге недостатки. Недостатки. Ты то не сделал, ты это не сделал, ты такой плохой, ты не так. А ты сам-то кто? Ты что сделал? Где твои обязанности? Ведь если бы мы все выполняли свои обязанности, какие бы проблемы были в обществе? Никаких. Просто выполняем обязанности. Останавливает меня гаишник. Значит, нарушая свои обязанности, пытается снять денег. Я говорю, вот я тебе, допустим, даю 30 тысяч за то, что ты тут навыдумывал. И уезжаю, ты думаешь, вот лох, я на халяву 30 тысяч получил. То есть ты меня обманул, получил 30 тысяч. Он говорит, ну, а что делать, таков мир. Я говорю, слушай внимательно. Ты получил 30 белых бумажек, ну, каких-то бумажек. Теперь ты счастливый с этими деньгами. Идешь к строителям и говоришь, на 30 тысяч сделайте мне трубы. Они говорят, все, попал лох. Они тебе 30 тысяч взяли? Думает, развели лоха. Ты смотришь, а трубы все текут. Ты им говоришь, текут. Они тебе говорят, не текут. Ты же, ну как текут? Нет, не текут. Мы не видим. Теперь в результате у тебя нет 30 тысяч, но и труб нормальных нет. То есть мои 30 тысяч тебе ничего не дали, кроме поломанных труб. Потому что тебя обворовали строители. А строители теперь думают, теперь я пойду к импланты поставлю себе. Да? 30 тысяч забрали, бумажки перетекли, теперь у строителей чего нет? Ни зубов, ни имплантов, но 30 тысяч нет. Вы понимаете, во что общество превращается? Замыкаем круг, и все, приходит опять гаишник. Теперь я говорю, тебе 3 часа отдаю, без зубы там, например, да? В результате никто ничего не получил. Никто ничего не получил. Они просто прошлись эти по кругу деньги, как инструмент для чего? Для обмана. Поэтому общество становится нищим. Вы понимаете, это же просто элементарно. Он посмотрел, говорит, на, езжай, философ. Но идея, понимаете? То есть что происходит? Что с ним произошло? Я смог донести. И он мне говорит, а как же жить?
А я говорю, а вот я не буду врать и буду исполнять свой обязанность. Кто вокруг меня появится? Такие же. Поэтому это твой выбор, где ты будешь жить. Среди воров или среди честных? Все. Конечно, будут воры. И пусть они с ворами общаются. Вот эти 30 тысяч по кругу ходят, и все друг другу все ломают. Потому что как только вы начинаете выполнять свои обязанности, вас Бог проверяет. Он говорит, а может, ты из-за гордыни? Может, ты тут самый умный? Пару раз вас обманут. Но если вы не сдаетесь, вдруг вам попадается человек, который говорит, да сделаю я тебе. Не проблема. Вас уже двое. Потом вас трое. Потом вас 10. И потом мы просто друг другу помогаем. А вокруг воровство. И не надо никаких революций, каких-то митингов. Каждый должен начинать с себя. Вот этот принцип – себя. Смотрим интересную картину. Какова современная культура? Не в нашей стране, во всем мире. Независимо от религии. Я еще раз повторяю, универсальный принцип. Люди идут босиком. Мы же бедные, обездоленные. Мы как вот ноги босиком. Иголка. Проблема – это иголка. Опять камень. Мы все время вокруг проблемы. Что мы делаем? Коврик. О, камни не чувствуются. Отлично, могу. Оп, тут коврик не посел. Блин, надо еще коврик. Понятно, что мы делаем? Мы все время меняем мир. Хватит нам ковриков на весь мир. Ой, лужа, сапоги одел. Плевать на лужу. Понятно, да? Ой, надо бежать. Кроссовки одел, побежал. Что это такое? Чем отличается один способ выживания от второго? В первом мы меняем мир, во втором себя. Мы должны выработать в себе внутренние качества, как обувь. В этой ситуации, когда орут, я такие-то ботинки одеваю. В этой ситуации, когда люди добрые, я то-то делаю. В этой ситуации то-то делаю. То есть, когда мы меняем себя, кажется труднее, правильно? Ой, как хорошо бы просто денег дать и пошел, даже если я плохой, он все равно мне сделает. Ведь они же как рассуждают, эти люди? Я за деньги все куплю. То есть, я застелю мир. Деньги буду по ним ходить, не хватит. Майкл Джексон, мой ровесник был, умер от простой болезни. Аюрведа ее лечит на пятерку. Дали бы ему лечиться. Его врачи, которые его окружали, да никогда. Они никогда не пропустят к нему ни одного врача. Почему? Потому что да, они на улице. Его же деньги вы покупили. Вы можете поехать куда угодно, но сильные мира сего не могут поехать, куда они хотят и как они хотят. Они выстелили вроде все. Но теперь, когда, как мне один очень серьезный человек, в администрации одного города, он мне говорит, я просто устал. Ну, хоть бы кто пришел что-либо дать. Вы же их тоже поймите, да? А я говорю, а ты же хотел место Бога занять? Ну, вот занял. Теперь давай всем. Ну, я же не Бог. Я говорю, хорошо, хоть ты начинаешь это понимать. Место того, кто может всем помочь, занято. И зовут его Верховная Личность Бога. А мы все остальные... Как бы не имитировали, только будем от этого страдать. Поэтому, когда мы хотим поменять мир, мы встаем на положение Бога. Когда мы меняем себя, мы что? Естественные вещи занимаемся. Что такое научиться менять себя? Там всего лишь несколько. Первый пункт. Зачем эта ситуация со мной? Согласитесь. Смотрите. Есть разница между тупой болью, которую просто какими-нибудь... Бандиты на улице вас там, я не знаю, битый по голове. Ну зачем, к чему, да? Или когда вам хирург там делает надрез, фурункула какой-нибудь, тоже больно. Ну это понятно, зачем он делает надрез. Но нужно гной выпустить, нужно рану прочистить, надо потерпеть, правильно? Больно? Но больно внешне, не внутри. Понятна разница? Почему? Потому что вы осознаете, зачем эта боль. И эта боль, она не проникает в сердце. Она остается на внешнем уровне. Дышим, дышим, уколите еще обезболивающее. Ну, надо, надо. Но когда вас просто тупо бьют,
Это боль внутри. Почему? Потому что мы не знаем, за что. Мы не понимаем. Мы не понимаем. Ну что же он делает? Ну как же со мной так можно? Что за глупость? Ну это же так просто. Зачем он это делает? И какая-то боль, она рвет. Заметили? Она рвет. Некоторые люди умирают от этого стресса, от непонимания. Они умирают не от боли, не от ситуации. Они умирают от непонимания, зачем с ними это происходит. Согласны? А по реакции зала, слышите, какая неприятная тишина? То есть мы очень часто сталкиваемся с ситуациями, которые мы не понимаем. Следовательно, за любовью что идет? Вот это мы все разобрали. Так? Сейчас пошла мысль. Да, затем понять инструменты. Сейчас объясню. Вот стол. Вот я за него сажусь. Да? Отлично. Все устраивает. О, все хорошо. А теперь, представьте, вот так гвоздь торчит. Кто знает ответ, молчит. Гвоздь торчит. Вот такой неприятный. Руку не положить, а тут еще второй. В чем проблема? А? Ну, и в чем проблема? Что надо сделать? Почему я мучаюсь? А как, руками? Что нужно, чтобы выдернуть гвоздь? Инструмент. Все, понятен ответ? Проблемы будут всегда. Не будет, чтобы проблем не было, не надейтесь, это иллюзия. Нам нужны инструменты. Но инструменты тоже. Если мы не находимся в гармонии, у нас есть инструмент, да мы его швырнем, нам достало вынимать эти гвозди. Поэтому я сначала искал, мы должны понимать, зачем их сюда натыкали. Зачем эту проблему поставили. Поэтому сначала позитив. Это нужно для того, чтобы со мной было то-то, 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 потому что я вот тут-то, тут-то не то делаю. Потому что я такой-то урок перед Богом не сдал. Но если у меня дальше нет инструмента решения. Да, я весь в вожделении. Да, я жадный. Какие еще есть плохие качества? Да что там, жадность, вожделение, гневливый, тщеславен, да, ленивый. Да, понял, осознал, понятный урок на то. Эгоист. Поэтому все время эгоисты попадаются. И что с этим делать, как мне начать говорить? Ну я знаю, что у меня полно вожделений, что с этим делать? Инструмент-то, как избавиться-то, нет? Хорошо, нужен инструмент. И третье. Руководство пользователя. Что такое руководство пользователя? Каждому инструменту бумажка дается. Это этим инструментом можно делать, а вот это этим инструментом делать нельзя. Ну нельзя. Затупиться. Написано, ножницы какие? Портяжные. Ножницы по металлу. Возьмите портяжные ножницы и по металлу. Три вещи, да? Зачем? Инструмент и как им пользоваться. Все. Но у меня была очень важная мысль. Сейчас посмотрим, может, тут есть. Про любовь. Сейчас. Так, пока держал в голове. Так. Ну, я ее вспомню, это очень важная мысль. Мы шли, я сейчас подзабыл. Предметов имею. А, есть, нашел. Хорошо. Смотрите, позитивная деятельность, направленная на объект любви. А где его взять, объект любви? Кто он? Как его? Надо же его выбрать. Он, конечно, может сам нас выбрать. Такое бывает. Приходит, говорит, я твой объект любви, не знаешь? Вот теперь знай. Теперь ты должна все делать позитивно, да, в отношении меня. Мне надо утром то, днем то, это то, да, и должна быть радостная. Но все-таки давайте выберем объект любви. Как нам это сделать? Подумайте.
Как нам найти истинный объект любви? Что для этого первое надо? Это все записано и стираю. Технология нужна, да? Нам нужно выбрать объект любви. Смотрите, интересная вещь. Всегда люди думают, что любовь, счастье – это некая эмоция. А посмотрите, мы философию целую подводим. Мы еще до эмоций не дошли. Это я только шучу эмоционально, да? А все остальное – серьезная тема. И объект любви. Все думают, да как? Ну вот встретил и почувствовал, что мой объект любви, да? Мы уже дочувствовались, вот тут взрослые люди меня понимают. Уже для того дочувствовались, что сидим на благости на семинарах о семейной жизни. Хотя уже как бы песочек сыпется, правильно? Так. И вот чтобы это не повторилось хотя бы у наших детей, да, ради этого, ради будущего. Знаете, как люди говорят, когда они думают, что Бога нет и души нет, они говорят, мы живем ради детей. Вот мы умрем, а дети будут. Ну, правда, будут. Спору нет. Ну, вот ради детей хотя бы. Видите, даже атеистам это должно быть интересно. Потому что они тоже любят. Вот интересный момент. Так. Что сначала нужно, чтобы нам полюбить? Чтобы захотеть действовать позитивно, бескорыстно в отношении кого-то. Что нам нужно знать об объекте любви? Нужно его знать. Первое, что значит? Знание. Смотрите, не эмоция. Ну хорошо, Что нам дает эмоция, первое? Вкус узнать. Потому что знание не имеет вкуса, правильно? Знание – это некий холодный расчет. Это информация. Сначала такое, Потому что, Хорошо, успокойся, возьми себя в руки. Полей холодной водичкой, все, успокоился. Так, первое, знание. Узнай что-то об объекте любви. Знание. Знание. Второе. Ну, узнали. Это женщина, 25 лет, родители такие-то, это такое-то, это сякое-то. Что дальше? Что она любит? Привычки, правильно? Все, что относится к миру ценностей, система ценностей. Вот оно интересный момент. Люди живут по 5-6 лет вместе и не знают систему ценностей друг друга. Да, она у меня гневливая, она у меня с таким-то характером, она любит борщ, там, я не знаю, она любит пиццу. А вот в такой ситуации, вот вы на улице, вот вы подходите, ребенок там чужой, что вы делаете? Я не знаю, что он будет делать. Это к чему относится? К системе ценностей человека. Вы вообще знаете, как муж поведет себя в такой ситуации, если что-то будет не так? Или вот так? Вы его знаете, систему ценностей? Что для него ценно? И когда начинаются конфликты? Как у меня была собака в свое время, это я еще в институте учился. И ноги задние отнялись. Извиняюсь, да, я был атеистом. Мама говорит, надо умертвить. И вот ее умертвляли, у меня на руках жуткая история. Я всю жизнь себе это не могу простить, потому что не мы даем жизнь, не мы вправе ее отнимать. Это отдельная тема, но я знаю, что это был грех. И, соответственно, я пришел домой, ну, то есть ее дома умертвляли, так что я никуда не уходил, просто вошел в комнату, лег и лежал. Страдал, ну, реально страдал, но как бы в стрессе. Овчарка, 12 лет, такая хорошая восточноевропейская овчарка была. Пес мне доверился, он рычал на врача, я его как бы и доверился, я его убил. И приходит девушка, она говорит, что лежим? И я говорю, ну, собаку. Ну, назвал ее по имени. Я говорю, я вот, ну, чувствую. Он говорит, посуду бы лучше помыл, чем страдать. И так далее. Но идея заключается в том, что я уже общался с этим 2 года, но я не знал этого знания. Я не знал, что систему ценностей нужно обговаривать еще до того, вообще как влюбишься. Это система ценностей, если человек на ней стоит. Понимаете, у меня умерло сразу все.
Ну, я там что-то попытался, я говорю, это пес, я с ним 12 лет, я с ним там был сам, это, ну, член моей семьи. Ну, хорошо, как бы, да, по молодости можно разбежаться, а если уже дети? И вы ребенку говорите, это плохо, а ребенок смотрит на отца, отец говорит, да не слушай, дуру мать, плохо, да все нормально, пошли. Вот это уже трагедия. Потому что дети будут как разорванное облако. Дети в возрасте 14 лет, что начнут делать? Они хотят чувства наслаждаться, их же бьют чувства. Что они делают? Они начинают использовать вот эту несовместимость цели отца и матери. Там, где им выгодна сторона отца, они принимают к отцу, вот мама, а я с тобой, чтобы папа там дун-дун-дун-дун-дун, да? А тут они с мамой. Чтобы то, что хотел папа, мама промолчала, да, и как бы можно... И они начинают манипулировать, вырастают двуличные такие, знаете, нехорошие слова, подлые люди, беспринципные. Что угодно, может быть разный темперамент у родителей, но не может быть разная система ценностей. Это трагедия для детей. Дети беспринципные, они не понимают, на что опираться. Они же любят мать, они все равно любят. А мать такое вытворяет. Они любят отца, отец такое вытворяет. Ну, нормально же. Мой отец, ладно. Ну, значит, мне можно. Значит, он будет делать то, что плохо у папы, и будет делать то, что плохо у мамы. Вы вообще понимаете? А вы посмотрите в семье. Кому мы повторяем? Мы все равно повторяем семью. Вот это отличный вопрос, но мы его оставим на позже. Задайте мне через 2-3 лекции, что делать, когда нет семьи. Дело в том, когда нет семьи, у человека вообще может не быть системы ценностей, представляете? Она у него построена на том системе, который социум дает. Знаете, в семье есть приложение. То есть семья говорит, нельзя воровать, то есть это говорит социум, нельзя идти против закона, мы же не против. Но семья, она адаптирует общие законы под систему ценностей в семье. И в нашей семье так не делается. Ну и что, что там это можно? Ну, допустим, верить в Бога – это глупость. Но в нашей семье верят, сынок, извини, да? Без Бога ты как животное. Поэтому все равно, ты там особо это не светись, но дома будь добр, да, вот это делать, то делать, потому что мы верим в Бога. Понимаете, да, и как бы ребенок, он понимает, вот есть некая общая социальная позиция, а есть некая вот система ценностей, адаптированная в семье, и он тогда адаптирован. Он начинает, знаете, как применять жизнь, как его родители в какой-то момент. То есть, вот так же я проводил тренинги, одна женщина, все мы с ней проговорили. У нее муж космонавт из третьего типа. И он там что-то пообещал, куда-то ушел и завис где-то в бане с друзьями. Я говорю, понимаешь, когда космонавта лишаешь космоса, они просто психовать начинают. Они не понимают, что происходит. Он никогда не будет все равно ответственным. Не трогай ты его. Наоборот, встреть, я по тебе скучала. Там, ну давай хоть, ну хоть вдохнай. Ну как ребенок, ну представь перед тобой 12-летний ребенок, а не взрослый мужик. Просто видь его как племянника. И делай с ним вот так. Он хоть что-то сделает. А она в позе вазы, а он вот такой, и до драки. Значит. И вот они у меня вдвоем сидят, оба надуты. И я ей говорю, ну как же так, я тебе сказал, чего делать. Я тебе несколько раз говорил, ты же мне все повторила. И она не выдерживает эмоционально. Не могу я так, моя мать всегда так делала. Понятно? Она интуитивно действует, как ее мать с отцом. А если матери не было, или они вообще не понимают? Знаете, я видел, они так раз, и вообще не могут. Они умирают. Дети, которые без семьи жили, они умирают, они не понимают, что делать. Они не понимают, у них там нет, что делала мать, что делала отец. У них что делала воспитательница. Это отдельная тема. Им можно помочь, но это очень тяжелый случай. Да. Да, это уже решение. Мы сейчас ставим проблемы сегодня. Это держать надо. Я не могу в одной лекции вам все дать. Вопрос был, как преодолеть родовые вот эти все проблемы, да?
систему ценностей. Мы сейчас говорим, как ее выяснить. Да? Уберите любые жизненные ситуации, любые, и обсуждайте с партнером. Ой, ты знаешь, я тут прочла, там дети в автобусе упали в реку, там парень понимал, на 20-м нырнул и сам задохнулся. Вот ты бы как сделал? А если бы вот я так начала вынимать, как было правильно? Посмотрите фильм «Дурак». «Дурак» фильм смотрели? Русский, да, русский фильм «Дурак». И посмотрите, какая там, люди уже живут. Великолепный фильм, «Пятерка». Кроме того, что он не дает решения. Но он ставит проблемы. Этот фильм, вот было бы у нас там 10 лекций, мы бы первый раз его посмотрели. Потому что он прям показывает вот всю проблему современного общества. То есть человеку, он видит, что дом падает. Он инженер в этом районе, в ЖЭКе там или где-то. И перед ним дилемма. Или промолчать, что дом падает, или сказать. Если он говорит, что дом падает, соответственно, администрация города старается его уничтожить, потому что тогда надо всех переселять, а им некуда их переселять. Для них лучше, что случайно люди погибнут, и все. А он говорит, ну как же случайно, я же вижу, дом падает. И жена принимает позицию администрации. Тебе что, больше всех надо? Ты чего лезешь? Главное, наша семья. Мало ли, погибнут и погибнут. Это не мы, не наша система. Не наши люди. У тебя есть ребенок и я, и ты должен о них заботиться. Понимаете? И у него вот такие глаза. Он с ней живет. Он говорит, ты вообще соображаешь, ты меня кем призываешь быть-то? И хочется им сказать, потому что ты балбес, должен был это обсудить до рождения детей. Кто у тебя мать, детей будет, с какими моральными принципами и устоями? Мы сейчас проблему ставим. Решение будет, у нас 4 лекции еще. Итак, второе, ценности, да? Ну, выяснили, ценности нравятся. Нету времени. Останавливаемся, да? Все, ну неплохо. Третье. Третье, смотрите. Очень важный момент. Какое сознание, такое украшение? У тигра кто? Жена кто? Тигрица, не ослица. У осла? У козла? Понятно, третья цель? Соответствие. Соответствие, да. Но если человек честный и общественный, да, мало не покажется. Он будет о всех заботиться, о всем мире. Это тяжело. Жена должна понимать, что да, она будет им гордиться, как морально устойчивым человеком, но, скорее всего, дома будет большой колхоз всю оставшуюся жизнь. И он будет на общественных работах и везде. И она должна понять, она вообще это выдержит. Личный культ. Только сейчас войдем, еще денечек мне дайте, да. Да, можно лично общаться. Был вопрос, можно ли общаться лично. У меня здесь есть мой секретарь.